Добрый день, дорогие друзья! Начинаем экскурсию в наш заповедник людей, в котором собраны редкие, почти уже не встречающиеся в нашей жизни виды человека. Итак, обратите внимание на первый вольер. Здесь содержатся так называемые настоящие мужчины, которые любят женщин. В Европе этот вид почти истреблен. Женщина, не подходите близко к вольеру, а то одна тут тоже хотела просто погладить. Так они ее затащили к себе и такое с ней творили. Вон она сидит, довольная. Второй год ее выгнать не можно. Муж за ней приезжал, плакал, звал обратно. Шипит, не узнает его. А теперь обратите внимание на следующий вольер. Там очень редкий вид, почти не встречающийся на территории России. Человек, у которого нет кредитов. Представляете? Ни одного кредита. А вот сейчас тихо. Не дай бог чихнуть. Тут содержится врач, который хочет вылечить, а не срубить денег. Таких все меньше и меньше. Не суйте руки в клетку. Он сразу хватает, начинает мерить пульс, давление. Чем он питается? Ну, как все врачи, коньяком и конфетами. А вот здесь, в центральном вольере, вы можете видеть редчайший экземпляр. Мужчина, который не изменяет. Нет, он не то чтобы против. Просто тут такая история. Понимаете, он пилил деревья, отпиливал сучки бензопилой и случайно отпилил. Он бы и рад изменить, но он теперь, как говорится, без сучка и без задоринки. А в этой клетке у нас содержатся так называемые перелетные особи. Кормятся они в России, но при малейшей опасности сразу улетают в теплые края. По фамилиям я их называть не буду, но все знают, что это редкие твари. А вот в этом вольере у нас адекватные западные политики. Да, вольер пустой. Потому что адекватных западных политиков сейчас нет. А теперь вот обратите внимание на вот этот ряд вольеров. Там содержатся уникальные особи. Единственная продавщица с рынка, которая не обвешивает. Она продает газеты. Зять, который любит свою тещу. Правда, посмертно. Муж, который обожает с женой ходить по магазинам. Правда, эти магазины называются «Рыболов» и «Автозапчасти». А вот уникальный мужчина, который говорит: «Давай по одной рюмке!» И на самом деле больше одной рюмки не пьет. Правда, у него эта рюмка на 2 литра. А вот единственный в мире прораб, который не матерится. Поэтому и сидит здесь без работы.
потому что рабочие его не понимали. А вот представитель интеллигенции. Певец Сергей Шнуров. Ну, что о нем сказать? Ему бы прорабом. А вот здесь у нас находится исчезающий вид настоящей женщины. Скромные, стеснительные, которые умеют шить, вязать, готовить. Да, раньше женщины умели готовить, а не как сейчас. Попросила племянницу напечь блинов на масленицу. «Приезжаю!» Она спит. В руке стакан муки. Я ее бужу, говорю, ты что спишь-то? Она говорит, так в рецепте же написано. Возьмите стакан муки и засыпайте. Я говорю, Господи, кто ж тебя такую неумеху-то замуж возьмет? Ты хоть носки-то можешь связать? А она говорит, легко. Взяла два носка и связала их между собой. А вот в этом, Валерий, все реже и реже встречающийся вид. Русскоязычный таксист. Способный без запинки сказать навигатору адрес. Шарико-Подшипниковый переулок. А вот учительница, которая любит детей. Она поступала в институт не потому, что там меньше конкурс, а по призванию. Ее ученики знают, что Цезарь – это правитель Рима, а не салат. Что строки «Что же ты, моя старушка, приуныла у окна?» написал Пушкин няне, а не Прохор Шаляпин своей даме. А вот в этой клетке чиновник, который не берет взятки. И что интересно, те, кто берет, не в клетке. А этот в клетке. Их, конечно, бы поменять местами. Но клетка-то одна, а тех тысячи, они просто сюда не влезут. Ой, ну вы не переживайте, работа ведется, клетки готовятся. Ой, а вот это самый шумный вольер. Его обитатели носятся, прыгают, кричат. Ой, это практически уже исчезающий вид. Это дети, у которых нет мобильников. Вы видите, они все румяные, веселые, бегают, прыгают, играют. У них хороший аппетит. Они едят хлеб с маслом. Откуда я знаю? Потому что это вольер с моим детством и с вашим. Только тогда это был не один вольер. А вся наша страна, в ней обитали и учителя, которые любили учить, и врачи, которые лечили не за деньги, а чтобы вылечить, и спортсмены, которые с гордостью выступали под нашим флагом. Ну что ж, дорогие мои, на этом наша экскурсия закончена. Нет, мальчик мой хороший, я с вами не еду. Дело в том, что я тоже исчезающий вид и живу в этом заповеднике.
Просто я вожу экскурсии бесплатно. Хочу, чтобы люди увидели, какими мы все должны быть, а какими лучше и не быть. Вон, видишь мой вольерчик? Да не переживайте, вовсе я не одинокая. Скажу по секрету, что скромные, стеснительные женщины, вон из того вольера, уже добыли где-то 4 ящика шампанского и голыми руками выломали прутья в вольер настоящих мужчин. Так что все у нас будет хорошо во всем нашем заповеднике под названием «Россия». Это будет самый лучший год, несмотря на сумасшедший век. Это будет самый лучший год, ведь тебе название «Человек». По весне начнется ледоход, улыбнусь я, солнышко, лучу. Это будет самый лучший год, просто я так хочу. Это будет самый лучший год. Глоба пусть покурит в стороне. Это будет самый лучший год для меня и по всей стране. Опрокинув рюмочку на ход, я себе красиво я кричу. Это будет самый лучший год. Просто я так хочу.